21 ключ, тень контроль. Смотрите, вот тень — это всегда то, что вы не понимаете. Вообще тотально не понимаете. И поэтому это вот надо все контролировать, контролировать, то есть не видите взаимосвязи и так далее. Авторитет — это когда вообще дар, это когда вы понимаете глаза, начинаете видеть свет Божий. И поэтому авторитет — это тогда, когда вы начинаете понимать процессы. Ну а доблесть, вообще ситх — это когда все просто идет.